12 тысяч человек, и 300 из них дети. Именно столько инсулинозависимых людей получают федеральные и региональные льготы в Ульяновской области. Им нужен не только инсулин. Для медицинских помп необходимы расходные материалы. В октябре были проведены торги по закупке комплектующих. На 5 миллионов рублей из федеральной казны расходными материалами больных сахарным диабетом обеспечили для февраля следующего года. Расходные материалы закуплены, в полном объеме поступают в сеть, которая обеспечивает льготную выдачу лекарств. Сегодня и завтра завершится развоз данных медицинских изделий по аптечным пунктам города Ульяновска и города Димитровграда, и не позднее среды будут доставлены во все, даже отдаленные сельские населенные пункты. В этом году были перебои с поставкой необходимых медицинских изделий, но сейчас их удалось ликвидировать. Процесс закупки и развоз по аптечной сети контролировался практически в ручном режиме. Вступление только началось. На помпах у нас в данный момент 4 человека. Это двое взрослых и двое детей. У них есть рецепты, они должны их, эти рецепты выписать по новой, потому что, чтобы они были действующими рецептами, то есть с неистекшим сроком годности. И с сегодняшнего дня при поступлении рецепта эти больные у нас будут эти расходные материалы получать. Что же касается закупок инсулина, то согласно принятому бюджету на них будет выделено около 200 миллионов рублей. В декабре ожидается согласование федеральных средств на проведение необходимых закупок. Также планируется дополнительное поступление из регионального бюджета. Егор Ситов, Юрий Конехин, новости «Правда ТВ».